Привет, ребята! Сегодня на обзоре у нас очередная игра под названием Warface. Я много слышал о ней, но никогда не играл в нее. Попробуем. Игра. Здесь написано, что игра не поддерживается. Посмотрим. Это первое включение. Я ее не включал и не запускал. Я не знаю, как она выглядит. Там, может быть, регистрация требуется или что-то еще в этом духе. Сейчас мы проверим это. Но, скорее всего, ты уже знаешь, как в нее играть, как запускать. Поэтому для тебя не стоит никаких проблем. А, вот как. Значит, еще, походу, ее скачать надо, как бы. Игра в игре. Так что ли? Потому что я ее. Там было написано, что она бесплатная, да, в Steam магазине. Написано было скачать, да, вроде так. И как-то она быстро скачалась, по ходу дела. А я подумал, что она скачалась, она на самом деле, не скачалась. Так, все, прогрузился интерфейс, вот. Согласие. И продолжить. Угу. Ну, вернемся, когда она скачается. Добро пожаловать обратно. Так, игра скачалась, мы сейчас будем ее запускать. Посмотрим, удастся нам это или нет. Так, что-то произошло. Подготовка к запуску. Угу. Ну, подождем. Вообще, игра долго скачивалась. Все зависит от интернета, конечно. Ну, пока. О, запустилось. Ага, запустилось. Вот и не запустилось. Нам тут прописал путь ошибки. Я знаю, как это решить. Надо попробовать через рабочий стол добавить игру. Да? Вот этот ярлык в сам Steam. Как отдельную игру. И нажать на свойства и применить Proton к этой игре. Возможно, тогда будет лучше. Ну, при помощи магии монтажа сейчас я это все сделаю. Продолжаем пытаться запустить Warface. Идем в библиотеку. Я добавил уже ярлык игры. А, сторонние, точно. Вот эта игра, я уже прописал в ней совместимость. Посмотрим, что из этого получится. Что-то у меня очень странные сомнения на этот повод. Хотя что-то есть в этом. Песочные часы показал. Сейчас посмотрим. Да, заставка появилась. Тоже радует. Угу. Все поняли. Так, нас встречает заставка Warface. Музончик. Ну что? Мышь. Хорошо, дальше. Что сейчас, загрузка или что? Так, попробуем понажимать кнопочки, которые нам доступны. Что-то появилось. Что это? Не понял. Хорошо, пойдем в настройки управления. Что нам скажут тут в сообществе? Угу. Что-то есть.
Так, может быть. Пока ноль. Повдоль. Ну что сказать, пока ни хрена не запускается. Куда-то, может быть, нажать надо? Что? Непонятно. Кнопки. На кнопки не реагирует. Вот это вот что за хрень? Что это за... Первый раз вижу такую херню. Хорошо. Еще раз. Еще раз мы дадим шанс этой игре. Подзапуститься. Может быть. Во второй раз она запустится. Так, ну... То же самое, да? Пока что. Никаких ошибок не выдает. Заставка. Пропускается. И мы тормозимся опять на этой же, на этом же месте. Угу. Лучшая лига. Да. Даже не знаю, какие мысли по этому поводу у меня. Может быть, что-то у вас есть? Напишите в комментарии, как это можно. Все, что я сделал. Это я добавил ярлык отдельно. И прописал совместимость с портал. Все. Где-то, может быть, на другом экране, что ли? Где-то что-то. Может быть, нужна клавиатура, да? Давайте попробуем контроллер сделать. Как будто бы у нас клавиатура, да? Тут есть такая тема. Так. Вот, типа, клавиатура и мышь. Убираем. Угу. Пока ничего нет. Может, нижние кнопки сзади, которые нет тоже. Ничего подобного не происходит. Хорошо. Еще раз и думаю, бессмысленно это, да? Так, а если раскладку клавиатуры? Я думаю... А, ну вот, да? Он показывает, типа, SK. Вот она, клавиша. Tab. А если... сделать клавишу ввода, типа, Enter? Да? Вот это вот будет, типа старта. Что будет? Ничего, музыка прошла и на этом закончилась. Ладно, я еще раз, может быть, сейчас попробую за кадром пошурудить эту всю телегу. Если нет, то нет.